Всем привет, меня зовут Лиза Ткач. Я дочка Юрия Ткача. Нет, я вас не пугаю. Просто сейчас прозвучит ткачественный юмор. Так, Лиза, все добре. Давай. Я хочу быть похожа на папу. Ну, не в смысле на него в точь-точь похожа, а быть артистом. Но мама говорит, что он еще тот артист. В прошлом сезоне папа был ведущим. Но как только он понял, что на место ведущего надо каждый раз подниматься по ступенькам, он от этого отказался. Юра, я скажу тобі таку штуку, що коли я зараз дивлюся ось у монітори і бачу твої очі, ось у такі моменти хочеться дитину.